говорить, що здоровий спосіб життя, також вміння швидко приймати рішення і допомагає йому йти по життю впевнено, вперед. Сьогодні в «Зексклюзиві» ексклюзивний гість – справжній чоловік, спортсмен, депутат Вадим Волканов. Вітаю вас. Як настрій, пане Вадиме? Замечательное настроение. Я всегда оптимистически это строю. Поэтому у меня не бывает плохого настроения. Слухайте, ну, наскільки я знаю, ви рідко приходите на подібні заходи, я маю на увазі інтерв'ю, публічно говорите про своє життя, про особисте, про справу життя. Я вам дуже вдячна, по-перше, що ви завітали, відгукнулись на запрошення. Як провели вихідні? Замечательно провели вихідні. Проснулся, как обычно, в 6 часов утра, взял свою любимую собаку, я живу возле реки, прошелся с ней, встретил детей из Киева, сейчас в связи с карантином, они приехали домой, обсудил с ними, они учатся у меня в Институте международных отношений Тараса Григорьевича Шевченко, обсудил с ними общеполитическую, экономическую ситуацию в стране, сходил в баню, лег спать и с хорошим настроением приехал к вам. А чому о 6 ранку у вихідний день прокидаєтесь? Ну, так завжди, так я привик підніматися. 6 утра, піднімаєшся, робиш зарядку. Аби все встигнути. Приймаєш, да, холодний контрастний душ і йдеш на роботу в хорошому настроєнні. А собака яка? Лабрадор. Кажуть, що найдобріша собака. Вона не просто самая добрая, вона ще й самая умная. Можна сказати, що ваш найкращий друг? Компаньон, даже можно так сказать. Партнер по життю. 100%. Я увлекаюсь охотой, и он у меня выполняет роль такой, скажем, собаки, которая дичь поднимает и ее приносит. Пане Вадиме, пропоную розглянути, скажімо так, три категорії з вашого життя. Це те, чим ви займались, займаєтесь. Юриспруденція, спорт, політика. В принципі, трудовий шлях ви розпочинали, будучи тренером з боксу. Вірно? Чому саме спорт? Чому така жага до спорту? Понимаете, вот в моем детстве, в моей юности был культ спорта. Знали фамилии, имена, результаты всех спортсменов. Не только, как сегодня знают, футболистов. Не было двора, не было дома, где бы пацаны не устраивали соревнования между собой, где пацаны не занимались бы в какой-либо секции. И наш дом не был исключением. И место расположения нашего дома было неподалеку от Днепра. И поэтому на берегу Днепра мы проводили время, начиная с ранней весны, как только начинался ледоход. Все катались на льдинах. И заканчивали, когда уже становился первый лед, и вода, когда ты забегаешь в воду, обжигала. И никогда никто не болел, никогда никто не утонул на моей памяти. Я занимался всеми видами спорта, которые были у нас в городе. Начиная от шахмат и заканчивая боксом. Але чому саме зупинили свій вибір на боксі? Ну, понимаете, я с детства любил единоборство. И начинал не с бокса, а начинал с вольной борьбы. Ну, недолго времени секция закрылась, и мне пришлось стать боксером. Что вам дав бокс в плане дисциплины, выхования, и за что вы вдячны боксу в своем жизни? Сначала, вернее, с конца начнем отвечать, да? Вот за что я благодарен боксу. Но это за то, что, занимаясь боксом, я недолго занимался, ну, по сравнению с мерками спортивными, 10 лет. Вот. За 10 лет я приобрел друзей столько, что если меня высадить в любую точку мира, я найду возможность связаться с человеком и обратиться к нему со своей просьбой, проблемой, с помощью. Вот. Это то, что касается, то, что мне бокс дал, самое первое. Вот. А что... Как он повлиял на становление меня как личности? Я скажу так, он сделал меня более закаленным, он сделал меня более системным, он научил, бокс я имею в виду, принимать правильные решения за очень короткое время. А то сказали на початку, что тоді був культ спорту так. В ті часи. А зараз є такий культ? Понимаете, вот к примеру,
если вернуться назад, да, в годы моего юношества, занимаясь боксом, ты мог обеспечить себе свою жизнь на будущее. Ты мог благодаря спорту поступить в институт, ты мог благодаря спорту продвигаться по карьерной лестнице, ты мог благодаря спорту получить квартиру. И все это было бесплатно. Сегодня для того, чтобы показать какой-то результат более-менее приличный, ну, нужно вкладывать деньги. Если, к примеру, боксерская федерация, вот я возглавляю федерацию бокса Кировоградской области, то мы находим возможность, находим средства для того, чтобы дети тренировались у нас бесплатно. А есть такие, к примеру, ну, виды спорта, как, к примеру, то же самое карате, там, допустим, то же самое дзюдо. Там несколько другой подход. Там уже с родителей получают выбывают деньги. Выбывают кошты, да, так. Платят они абонплату, как в обыкновенном другом фитнес-клубе, да? И дети за эти деньги ездят на соревнования. В наши годы все это было бесплатно. И человек даже самой, ну, неблагополучной семьи мог благодаря спорту подняться до самых-самых немыслимых высот. А чи можливо зараз все ж таки переформатувати на той лад, який був, аби діти безкоштовно приходили і займалися абсолютно в кожній галузі спорту? Я думаю, нічого невозможного немає, нужно тільки желання. А як завершилась ваша спортивна кар'єра? І чи завершилась вона? Ну, звісно, вона закінчилась в 1993 году. Вот тут с 1993 года я в пары не становился. Ну, я имею в виду в Чому? Прямой контакт. Ну, как-то так не приходилось. Не приходилось. А чем закончилась? Моя боксерская жизнь состояла из двух составляющих. Одна – это любительская. Были такие соревнования в Советском Союзе. Турнир сильнейших на призы Госкомспорта СССР. На этих соревнованиях формировалась сборная. Ну, были три такого же уровня соревнования. Это самый сильный чемпионат Советского Союза, второй – это Кубок Советского Союза и турнир сильнейший на призы Госкомспорта СССР. Вот на этих трех соревнованиях формировалась сборная команда страны. Вот на этих соревнованиях, буквально перед самым развалом, я стал вторым, попал в сборную команду страны, но уже, скажем так, принимать участие за сборную на международных турнирах не получилось, потому как Союз развалился. В 91-м году, это был 90-й, в 91-м году мне позвонил старший тренер сборной команды Украины, был такой Михаил Михайлович Завьялов. Вот. И он и сейчас есть, возглавляет федерацию, профессиональную федерацию бокса Украины. И предложил заняться профессиональным боксом. Я согласился. Первый соревнование, я год не тренировался. Год. Я приехал на сборы, меня пригласили посмотреть, как я выгляжу после того, как год не тренировался. И сразу в Донецке у меня был бой с Плотником. Плотником, чемпионом Украины на тот момент был. И перед этим я ему проиграл на Кубке Союза. Вот. Как раз перед, ну, буквально вот. Я с ним встречаюсь в первом бою в городе Донецке. Такой тяжелый бой из 10 раундов. Но я выиграл в этом бою и после этого стал основным участником лиги «Колумбус». Украинская была лига такая, называлась «Колумбус». И как завершилось? Провел я 13 боев, 10 из которых выиграл нокаутом, был чемпионом Украины и был чемпионом Восточноевропейского бюро. Восточноевропейское бюро – это страны Восточной Европы. Ну, я маю на увазі постійно бути в спорті, програвати, перемагати, навчатись, і різко ви зупиняєте це. Чому? Почему? Да? Хорошо, вот смотрите. Вот посмотрите на эти руки. О чем они говорят, эти руки? Що в них було багато праці. Ну, а от кості от эти о чем говорят? От эти кості о чем говорят? Набиті. Розбиті. Розбиті. Сложно, когда ты, к примеру, приезжаешь еще... Это все началось еще с любителей. Угу. Когда ты приезжаешь на соревнования, и в середине турнира у тебя руки просто летят. Разбиваются, и ты перчатки не можешь одеть. А все равно тебе выходить в ринг надо. Это раз. Когда ты переходишь в профессионалы, там тейпируют руки,
Что такое тейпируют? Ну, я не буду объяснять. Вы, может быть, видели, когда профессионалы снимают. Затейпированные руки здесь лейкопластырем, бинтом. Ну, так, как бы можно, можно еще. Ну, обратно-таки. До определенного момента. Вот где-то раунда после шестого, после седьмого ты начинаешь чувствовать, что руки у тебя уже не те. Тобто хоча б трішки залишити фізичне здоров'я, так, на майбутнє. Ну, така саме, причина була. Саме так. Ну, не жалкуєте? Ну, як я можу жаліти? Ну, як я можу? Бокс, все, що я маю, я обов'язан. Це своїм родителям, моїй жені і, звісно ж, бокс. Спортом зараз займаєтесь? Ну, розумієте, хто когда-то серйозно займався, ну, це як би не догма. Продолжает тренироваться, потому как чувство состояния организма под адреналином и под эндорфином, это природные наркотики, да, ну, как бы имеет место. А чем? Можливо, бегаете, на тренування ходите? Смотрите, я, шахматы. Во-первых, я сам по себе веду достаточно активный образ жизни. Ну, а помимо всего этого активного, я имею в виду дайвинг, я имею в виду подводную охоту, я имею в виду охоту, я имею в виду стендовую стрельбу. Я перечислил столько, что если хотя бы раз в неделю, да, этим заняться, то и работать некогда. Да. Помимо всего этого, у меня жена хозяйка фитнес-клуба. Вот я в неделю посещаю два зала и два бассейна. Четыре тренировки в неделю. Плюс, помимо всего этого, ежедневная прогулка с собакой утром в районе часа-полтора. Ну, вот и считайте, работать некогда. Знаю, шутка, що... шутка, конечно. Та ні, чому? Добре. Знаю, що ви, звичайно ж, служили в лавах армії радянської. Як ви згадуєте ті часи? Чи залишились у вас друзі з того періоду? І де саме ви служили? Я служил в спортивном клубе армии города Киева. Да. Служили там все самые выдающиеся спортсмены Украины на тот момент. Почему? Потому что в армии, тогда ж не было такого в Союзе, что можно было откосить, можно было купить. Поэтому все лучшие спортсмены всегда были прикомандированы к спортивным клубам. Кто к киевскому, кто к московскому ЦСКА. Лучшие боксеры, лучшие борцы были в Киеве. Украины, я имею в виду. Лучшие боксеры, борцы страны были в Москве, в ЦСКА. Вот я служил в спортивном клубе армии города Киева. Ну, часто встречаетесь с друзьями? Залишились армейские самые друзья? Как правило, в основном мы встречаемся на соревнованиях. Угу. Кто-то из моих сослуживцев стали тренерами. Кто-то президентами федерации, как я. Вот. Кто-то просто любит бокс. Вот мы в основном встречаемся там. Хотя, конечно, есть и деловые встречи. Я думаю, всі, мабуть, знають фірму «Ласка», яка виробляє, ну, спеціалізується на виробництві морозива. Ви там значний етап свого життя пропрацювали, так? Як ви туди взагалі потрапили? Що ви там робили? І на чому завершили там свою трудову Константин діяльність? Константин Валентинович Рідник – це хазяїн цієї фірми. Це мій друг. І коли при зміні власті, вот, казалось бы, победил Виктор Федорович Янукович, и мы, как представители партии регионов, должны быть тогда в фаворе, да? Ну, было немножко не так. Кто-то из членов партии регионов был в фаворе. Ну, я, к сожалению или не к сожалению, в фаворе не был. Поэтому, когда победил Виктор Федорович Янукович, на мэрских выборах тогда победил Сайенсус. Вот, мы встретились с товарищем Александром Анатольевичем. Вот. И он сказал, что членом своей команды меня не видит. Угу. Вот я особо сильно не расстроился, вот потому как я тоже, честно говоря, не ощущал членом их команды. И Константин Валентинович Черенник пригласил меня поработать у него на предприятии. Я поработал у него на предприятии заместителем по юридическим вопросам. За освітою вы юрист? Чи як? За останньою освітою. А за першою? А за по первому образованию я педагог, так как моя мама. А в якому напрямку? Ну, как какое направление? Физическая культура и спорт? Физическая культура. Конечно. Ну, конечно.
Я так зрозуміла, що ласка – це була перша робота там, де ви себе проявили як юрист, чи ні? Ну, в принципі, да. І як? Вийшло? Ну, понимаете, там, скажем так, более не совсем юридическая работа. Это заключение договоров и соблюдение их исполнения. А чому пішли? С ласки. Так. А мне тогдашний губернатор Андрей Иванович Николаенко предложил возглавить одно очень непростое направление. Государственную инспекцию по вопросам защиты прав потребителя. До этого, чтобы было понимание, троих руководителей взяли под стражу. Сумнівна пропозиція була, мабуть. Ну, нормальне було предложение. Я прийшов, ми почали працювати. І повірте мені, ми в цьому направлении зробили серйозний прорив. От наша інспекція зайняла второе місце в Україні тогда. Ну і взагалі порядок був наведен. Когда я прийшов на цю роботу, я, в принципі, как бы перетащив всех людей, которые работали раньше со мной в органах местного самоуправления. Свою команду. Команда у нас пришла, да. Люди, которые, они априори не понимают и не знают, что такое брать взятку. Это Вера Александровна Сухопарова, Лилия Сергеевна Будникова. Знаете, да, наверное, слышали? Случайно. Вот это люди, за которых не стыдно. Люди профессиональные, люди, не понимающие, даже не имеющие понятия, как взять там $100 или 100 гривен. Это для них просто-напросто табу. И мы навели порядок, и приходили люди сначала, когда первые проверки наши пошли, приходили, предлагали и давали. Но вопрос стоял так, что на первом месте у нас всегда была, есть и остается робота і защита наших граждан. Про це трішечки ще пізніше поговоримо, про Хорошо. Вашу основну роботу. Хорошо. Все ж таки, всі ми різні люди. Комусь краще виконувати роботу, бути виконавцем, комусь краще керувати. Вам як краще? Керувати людьми чи виконувати роботу? Ну, понимаете, государственный служащий, он же в какой-то степени есть исполнителем, есть человеком, который эти исполнения, Згодна, абсолютно. Так. А от по життю, от по внутрішньому такому враженню? Знаєте, от я своїй дочері когда-то сказав, що якщо б у мене був чоловік свыше, який б мені розказував, як мені потрібно йти по житті, то я б цьому чоловіку ще платив би гроші. Да, понимаете, да, о чому я говорю? От поэтому, сложно сказати, ким ти себе видиш. Я думаю, что все-таки, если ты способен взять на себя ответственность и способен человека направить и дать ему какое-то распоряжение, я думаю, тогда это твое, это то, что ты умеешь делать. Зараз ви заступник начальника так. головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській да. області. Ви себе знайшли в цій сфері? Вам подобається честно те, говоря, чим ви зараз займаєтесь? Чесно говоря, не совсем. Почему? Вот я вам объясню. Держпродспоживслужба України – это контролирующий орган, который накладывает штрафные санкции, ведет там разъяснительную работу, есть свои нюансы. И часто, я же в городе прожил уже немало времени, и начинал не сразу с государственного служащего, есть очень много друзей, товарищей, знакомых, которые иногда обращаются не совсем корректными вопросами. То есть люди не понимают, что это не частная лавочка. Захотел – оштрафовал, захотел – разъяснил. Есть закон. Выполнять есть, треба. Да, есть возможность разъяснить. Мы разъясняем. Нет возможности разъяснить. Мы штрафуем. Но не всегда это люди понимают. Это первое. Это то, что мне как бы не совсем по душе. Ну, а второе, я скажу вам так, что если бы не было нашей службы, то город был бы заваленный фальсификатом, и это я вам даю 100% гарантию. Я просто-напросто помню, когда во времена Арсения Петровича Яценюка, они же хотели быть хорошими для всех, да, вот отменили проверки. Я вам хочу сказать, что уровень фальсификата был такой, чтобы вы как бы имели представление. Приходит человек, да, на прием писать заявление, приносит там
то ли ноутбук, то ли какое-то другое приспособление. А его просто внутри нет. Просто одна шкубатура, угу. чтобы вы понимали. До такого уровня уже доходило. Вот такая вот у нас предпринимательская... Ну, з однієї сторони, неприємна робота, тому що і вправду треба говорити неприємні речі людям, не знаю, там контролювати, щоб вони сплачували штрафи, мабуть, так, накладати на них ці стягнення. А от що найцікавішого в роботі? Що вам подобається? Що мені подобається в роботі в цій? Даже сложно так сразу сказати. Коллектив, ну, например. Ну, вы понимаете, коллектив – это само собой. Это мой коллектив, тот, который, вернее, не мой, а наш коллектив, который мы пришли, с которым мы работаем. А нравится, ну, наверное, это то, что когда приходит человек, пишет заявление, вот уже не имеет даже в мыслях шансов. И ему через определенное время законодательством обозначенное, возвращается предмет, возвращается деньги, возвращаются деньги за услугу. Вот как бы, может быть, с этой стороны эта работа кажется более человечной. Не можу не запитати про політику, яка, в принципі, відіграла, я думаю, важливу роль у вашому житті. Пам'ятаєте момент, коли ви вперше прийняли рішення стати кандидатом, скажімо так? Звісно. Ну, як можна не пам'ятати перше рішення? Можна не пам'ятати друге, третє, правильно? Але перше ти пам'ятаєш завжди. Це був 1998 рік. У нас був определений колектив. І ми прийняли рішення балотуватися в самый низкий совет для того, чтобы научиться местному самоуправлению. Это была Кировская районная в городе Кировограде Рада. Я набрал тогда, кстати, я с первого раза не прошел. Были довыборы, я пошел на довыборы и набрал больше 1000 голосов. Это в районный совет. Тогда никто столько не набирал, и после никто не набирал. Приняли мы сразу участие в выборах председателя. Председатель не оправдал наше доверие. Он решил, что район – это его личная кормушка. Нами было принято решение о досрочном прекращении его полномочий. Выбрали нового председателя. Им был Александр Иванович Коптелов, на тот момент кандидат технических наук. Очень хорошо он поработал в районе. И в 2002 году мы его поддерживали на должность Кировградского городского головы. Мэром он не стал, но результат показал хороший. Вот. И, кстати, не стал, ну, по случайному стечению обстоятельств. А был бы мэр, ну, поверьте, вот такие люди, как Александр Иванович Коптелов, это люди, которые, ну, могут и для страны, и для города сделать что-то полезное. А сам я баллотировался в тот момент уже в депутаты Кировградского городского совета, тоже набрал достаточно приличное количество голосов, 1682 голоса. Видите, как все помню. Вот это было больше 70%. И скажу вам, что до сегодняшнего дня этот результат никому не покорился. Как политика вплинула на ваше життя? Как? Ну, навіщо вам політика в житті? Навіщо ми не політика в житті? От я вам скажу, да? Я от депутатом становлюсь п'ятий раз подряд. Становлюсь четвертий раз подряд по одному і тому же избирательному округу. Політика, ну, это громко сказано на уровне местного самоуправления. Это, скажем так, больше хозяйственная деятельность. Зачем мне нужно быть депутатом один, второй, третий раз? Я вам скажу. Потому что я живу в этом городе. Здесь живет моя жена. Здесь живут мои друзья. Здесь родились мои дети. Я из этого города никуда не уеду. Здесь все, что есть у меня, я благодарен этому городу. И хочется ходить, когда у тебя над головой светит фонарь,
когда ты идешь по асфальту, по асфальтному покрытию и не переживаешь, что ты упадешь в яму и поломаешь ногу, когда у тебя есть горячая вода дома, когда ты можешь пойти в нормальный кинотеатр, когда ты можешь посидеть в нормальном кафе, выпить чашку кофе. Я вам ответил на ваш вопрос? Приймається. Слухайте, а ким вважаєте найдостойнішим кандидатом на пост міського голови? Зараз у нас пан Райкович, незабаром місцеві вибори. Ну, на манежі у нас одні і ті ж. Ну, так, це зрозуміло. Так, ну, начнем ми з кого там? Ну, Артем там, Стрижаков, Андрій Павлович Райкович, Андрій Саныч Табалов, мій друг, кстати. Вот. Кто еще? Горбунов Александр, да? Вот. Ни одна, вернее, не определился с кандидатурой только один блок З, да? Угу. Хотя я знаю, что как минимум двум кандидатам они уже пообещали свою поддержку. Кому? Ну, зачем я буду говорить кому? Вот. А вы? Я... Вы спрашиваете меня, пойду ли я, или буду, или я, так, или есть так. ли у меня амбиции. Я вам скажу примером. Да? Вот 2002 год, 18 лет назад, это когда я собрался стать депутатом городского совета. Власть на тот момент подумала, что я собираюсь стать мэром. Ну, как бы я нигде не говорил, что не собираюсь идти в мэры. Ну, занимался своей кампанией депутатской. Ну, и занимался. Но она была, видать, настолько масштабная, и она, наверное, настолько навела на них ужаса, что они со всех сторон стали, ну, как бы так подбираться ко мне для того, чтобы, ну, не дать мне возможность стать мэром и при возможности снять избирательный гон. Я как раз тогда выпустил статью. Статья называлась «Новая генерация вырастает в спортзалах». Где указал на недостатки работы и правоохранительной системы нашей, и органов государственной власти. Ну, нормальная статья не обижала, никого не оскорбляла. Она говорила только о тех фактах, которые они действительно были. Что и провода срезаются, и милиция это видит. Это что есть на самом деле. Да, милиция, она просто-напросто не в состоянии реагировать, потому что опорных пунктов нет, связи нет, техники соответствующие нет, машин нет, ну ничего нет. Тогда такая ситуация была. Но они, правоохранительные органы, я имею в виду, ничего более умного не нашли, как подать в отношении меня иск. А иск был в отношении меня, только в отношении меня, около 2 миллионов. Точно не помню, но не менее 2 миллионов. За статью? А? За статью. За статью. Угу. Значит, доллар тогда, я не помню, сколько был, но, по-моему, 4. Это так, ну, для понимания, сколько это ну, было так. В долларах. На ряда, это газета, которая напечатала эту статью, был 21 канал. На газету наложили, вернее, выставили претензию в миллион, а на журналиста, который это написал, 70 тысяч. Вот, что мы сделали? Мы же, ребята, были тоже палец в рот не ложи. Что мы, каким путем пошли? Я взял эту статью вот, и запустил ее по городу. И люди, те, которые согласны с этой статьей, подписывали. Кто были не согласны с этой статьей, закрывали на это глаза. Ну, людей было столько, что они просто-напросто дали мне возможность, ну, стать депутатом городского совета, просто на руках меня туда занесли. Помимо всего этого, когда меня судили, а меня судили в Кировском суде, и судил меня лично Владимир Иванович Ярошенко, кстати, собирался туда Знаю. На рейти. Угу. Вот. Я как бы не связываю одно с другим, ну, подозреваю. Лично судил меня. А мы брали, люди, которые приходили, брали... Кировский суд в кольцо. Вот, и никого не выпускали. И, скажем так, 3 заседания провели, и потом товарищи милиционеры заключили со мной мировое соглашение. Поэтому ну, есть определенные моменты, которые как бы так, ну, не совсем укладываются в понимание мэрской кампании. Это раз. А во-вторых, ну, для того, чтобы стать мэром, ну, нужна круглая сумма. Круглая сума. Ну, можливо, аби Волканов був мером Кропивницького, знайдуться інвестори? Понимаете, інвестори, конечно, найдутся. И не проблема с тем, чтобы найти деньги. Но, если у тебя их нет, если тебе их кто-то дает, ты же, получается, остаешься должен. Залежним. Так.
ну, должником я, в должниках я ходить не привык, это раз. Их нужно будет отдавать. А отдавать их нужно будет... Откуда вобрать? Правильно, с городского бюджета. А? Вот поэтому как бы вот эти все нюансы, они не укладываются в то понимание, зачем я 22 года занимаюсь местной политикой. И сложно мне через это переступить. А вот вы сказали, що пан Табалов ваш друг. Так. А взагалі, чи є дружба в політиці, коли ви граєте на одному полі? Ну, почему нет? Почему нет? Ну, друг – это громко сказано, понимаете? Друг. Друг, вообще-то, по жизни, вы знаете. Да, их очень ограниченное количество, и, как правило, это один человек. Если кто-то рассказывает, что у него 2, 3, 4, 5, ну, это товарищи, да, разговора нет. Ну, а друг, он не может быть в нескольких ипостасях, да, там, в нескольких персонах. Правильно? Ну, от в політиці. Кого ще ну, можете назвати? Друг. От, тут настоящий друг. Так. Это друг, з которым ми познакомились в армії. Живет он в Кировограде. Чемпион Советского Союза. Чемпион Европы. Мой кум. Кумовство в Украине ніхто не отменял. Ну, звичайно. Александр Петрович Корнюша. Это человек... Человек-легенда, понимаете? Просто вот кто многие не знают его, думают, что ну, вот Александр Петрович Корнюша, Александр Петрович Корнюша. Александр Петрович Корнюша, будучи членом сборной команды Советского Союза, приезжая на чемпионат Европы, проигрывает первую схватку. Вот, а тогда можно было, по тем правилам еще, это далекие 80-е годы, можно было проиграть схватку и еще стать чемпионом. Так вот он с турком, когда боролся в финале уже, за первое и второе место, проиграл схватку, с турком дошел до финала и с турком боролся в финале, то он, знаете, что такое мост в борьбе? Это когда человек стоит в прогибе на голове. Вот так вот его турок поставил на мост в начале схватки. И он простоял на мосту до конца схватки. Не лег. Витримка. Да. І так і в дружбі, мабуть, так? Чи було взагалі таке розчарування в житті, яке найбільше вас зломило? Знаете, момент такий. Сразу скажу, що ні. Чому? Тому що, коли я чоловіка перший раз вижу, з ним знайомлюсь, я приблизительно розумію, на що цей чоловік способен. И если он предает, я уже где-то приблизительно понимал, что это может случиться. Ну, поэтому как бы я особо сильно не перенимаюсь этими вопросами. Чи є людина в вашому житті, якій ви не встигли щось сказати? Може, ні. А що це за людина? І що ви не встигли сказати? Ну, это уже такие вопросы личные. Это мать моя, она умерла. Поэтому а то, что я ей должен был сказать, пусть останется со мной. Как вы згадуете дитинство? Матір, батька? Понимаете, мое детство – это было золотое время. Свобода. Понимаете, свобода. Которую никто не ограничивал. Ты утром ушел, вечером пришел. Но свобода... В разумном понимании этого слова. То есть я попытаюсь объяснить, да, что я имею в виду под этим выражением. Вот, к примеру, мы обносили сады, да? Но у нас даже мысли не было залезть и обчистить чью-то квартиру. Да? Мы дрались и дрались, ну, поверьте мне, ну, очень жестоко дрались. Но у наших... противоборствующей стороны, и у нас тоже, да, никогда не было мысли взять с собой нож. Вот, или кого-то ограбить. Понимаете, то, о чем я говорю. Вот, я занимался своим, то, что это было все свободно, я занимался своим любимым делом. Вот, и самое главное, что я имел
возможность этим делом заниматься. А як ви згадуєте маму? Якою вона була жінкою? Мать у меня была очень жестким человеком, да, очень принципиальным. Она одно время работала директором школы, потом здоровье немножко пошатнулось у нее. Вот она сама сказала, что мне тяжело, сложно работать с такими красавцами, как вы. И она перешла в детский сад, работала заведующей детским садом. Вот. Очень человек принципиальный, очень человек своеобразный, очень человек жесткий. Вот. Но и в то же время, как мать, конечно, добрая. Ваша дружина? Так. Жінка, найголовніша жінка у вашому житті. Як ви познайомились? І чи змінились стосунки з того періоду, як ви познайомились? На якому рівні зараз? Познайомились, як, знаєте, як в сказці, «Любов з першого погляду». Да. Я відслужив армію, прийшов, встановився в інститут, захожу в общежитие після армії. Молодой, полный сил. Красивый, холеный. Да еще красивый на тот момент. Прохожу, а на вахте сидит девушка. Это тогда студентов, ну, периодически, если вы были студенткой, ну, вам уже, наверное. Ну, на времени, жаль. К тому времени уже не на было. На вахте не сидела. Да, да, да. Тогда студенты все сидели по очереди на вахте. И она сидит на вахте. Вот мы с ней так познакомились. Вот. Это был 1989 год, осень. Как раз она поступила в институт, а я восстановился в институт после армии. Кохання з першого погляду. Да. А зараз що змінилось? Ну, если, допустим, в молодости, это, скорее всего, больше эмоций. На сегодняшний день это просто-напросто годы, проведенные вместе, совместные дети – хорошие отношения. Ну и, конечно же, та незабываемая любовь, которая была 20-30 лет уже, 31 год назад. А можно сказать, что с часом стосунки у человека и жінки, можливо, там так емоційна наснага трішечки на другий план відходить, mm-hmm. кохання, пристрасть, але самі стосунки становляться більш такі міцніші. Ну, конечно. Ну, конечно. Вы живете с человеком, вы человеку доверяете. Человек знает вас, как своих пять пальцев. Понимаете? Поэтому чем дальше, чем все сильнее, плотнее, плотнее и плотнее. Но это так у меня, я не знаю, может быть, как у кого-то по-другому. Но вот вообще-то у меня фамилия Шволканов, да? И я ассоциирую себя с этой фамилией. Вот. А у Волка, ну, как правило, вот по жизни всегда одна волчица. Пам'ятаєте момент, коли дізналися, що батьком станете? Ну, конечно. Ну, конечно. Я причем не только услышал о том моменте, что стал отцом. Я услышал, что я стал отцом сразу двоих детей. Вот. А потом, когда им сделали УЗИ, оказалось, что это две девочки, я был, честно говоря, даже расстроен. Чому? Ну как, ну думал, раз родиться сразу двое, и будет два боксера. Все. Я думаю, що ви пожалкували про ті думки, тому що зазвичай дівчатка, вони такі більш до тат линуть. Потом, да, конечно. Ну, нет, не пожалела, скажем так, ну я просто не вспоминал эти слова, я был доволен тем, что у меня есть две прекрасные дочери. Вот жена приложила максимум к их воспитанию. Девчонки очень сообразительные, очень талантливые, очень красивые. Закончили школу, и одна с медалью, вторая с медалью. Поступили в Институт международных отношений без всяких там блатов и всего остального. Сегодня тобто учатся... у вас в семье вы же один человек и три жінки. Да. Как вы справляетесь с ними? Наоборот, это ж ты находишься в цветнике. Понимаете? В цветнике. Просыпаешься утром, пожалуйста, тебе... И завтрак тебе приготовили, и все хорошо, и кофе тебе приготовили, и там... где-то и подмели, и поубирали. Ну, ты просто-напросто живешь и ничем себе не отказываешь. В принципе, по нашей разговоре я зрозуміла, что вы домашняя людина. Вы полюбляете бывать вдома, на природе, оскільки частный будинок.
Це правда, що у вас є кімната, або принаймні була, коли ви купили дім, яка була повністю завішена іконами і картинами? Честно говоря, не знаю, откуда такая информация, как у каждого человека, как у каждого человека. У меня, конечно, есть иконы. Как у каждого человека, у меня, конечно, есть картины. Но картины настолько простые, иконы настолько простые, которые покупались, я имею в виду иконы, в лавке, в лавках у нас церковных, да? Дорогих абсолютно нет никаких. И картины, ну, настолько простые, что, честно говоря, я даже не знаю, ну, руку их художника. Да. Ну, я маю на увазі, що от повністю вся кімната. Ну, это неправда. Я вас могу приглашать в гости, она сейчас, эта комната есть, но если там в общей сложности, ну, иконы 4 есть, ну, может быть, 5 от силы. 4-5, я точно не знаю. Но это не более того. Ну, и картины, я не знаю, там, может быть, по всему дому. Ну, штук 5 от силы. Про дівчаток хочу поговорити. Часто приїжджають додому? Сейчас чекаєте? Нет. Сейчас нет. Были 2 раза за все время, как они уехали в Киев. За все это время были 2 раза. Сумуєте? Ну, конечно. А ви до Києва часто до них приїжджаєте? Жена, да. Я нет. А от які у вас стосунки саме як доньки і тата? Ну, які отношения можуть бути у дочери? Ну, ви батько такий дисциплінований, да. Жорсткий? Ну, жорсткий, сказати, це по отношению к девочкам. Девочкам неуместно. Но принципиальний, скажем так, больше. Як ще полюбляєте проводити вільний час? Самый лучший для меня отдых – это я со своими друзьями. Желательно осенью. Только-только начинаются первые морозы. Выходим на лодке. Хорошая лодка, хороший мотор. Выходим на острова в Черкасской области, под Канивом. Разбиваем палаточку. Я с моим другом Артемом Стрижаковым тоже есть. Видите, у меня все кандидаты. Все кандидаты в мэры, мои друзья. Это самое тому вы не идете в мэры, так? Может быть. Может быть. Представляете, перепоганить им вот этот... Моим другом Артемом Стрижаковым мы ныряем, стреляем рыбу, потом приезжаем на остров, переодеваемся, загорает костер, на кострице варится уха, спускается ночь. Звезды. Боже, ви з таким задоволенням це розповідаєте, що я вже сама хочу потрапити на таку тусовку. Ми вас пригласимо обязательно. Ми вас пригласимо. И вот вы представляете, сварилась уха, ночь, звезды, дым. Рассказывают все, ну, немножко выпивают, конечно. Ну, слава богу, я не пью и слушаю все их эти истории, потом им утром рассказываю, они не верят. И интересно есть послушать, и есть просто интересно время провести, получить массу положительных эмоций. Ну, а плюс, помимо всего этого, нас на природе, под звездами. А с дружиною? Так. Як час полюбляєте проводити? Ну, я з нею провожу взагалі все время. Ну, все время. Хоча спимо в різних кімнатах. А чому? Ну, як-то так повелось. Повелось, спимо в різних кімнатах. Коли треба, то разом, так? Ну, понятне діло. Коли є необхідність, вместе. А от який у вас взагалі смак на жінок? Які вам жінки подобаються? Ну, такі, як моя жена. А добрые, яка вона? Верные, красивые и спортивные. Моя жена мастер спорта по художественной гимнастике. Член сборной команды Украины. То чому спите окремо? Скажите. Ну как почему? Ну чтобы была... Вот видите, мы живем вместе 30 с лишним лет. Личное пространство. Да, и постоянно есть тягость, близость. Понимаете, может быть из-за этого, что спим мы в разных комнатах. Бліц. Готові? Давайте. Спорт чи політика? Сім'я. Ух ти. Улюблений колір жіночого манікюру? Красний. А помади? Красний. Чому я не в червоному? Видите, як вам не повезло. Перше, на що звертаєте увагу при знайомстві з жінкою? На поведіння. А з чоловіком? То же саме.
Найголовніше в характері. Не люблю жадних людей. Яким одним словом охарактеризуєте політичну ситуацію зараз в країні? Пам'ятаєте, фільм був «Калина красная»? Так. Пам'ятаєте, Шушин як сказав? Легенька бальдерьєро. Приймається. А ви щасливі зараз від того, що ви маєте? Да. А що ви маєте? Сім'ю. І вам більше нічого не потрібно? Взагалі нічого не треба. Все остальное у меня есть, и дай Бог, чтобы у семьи было здоровье, и семья оставалась со мной рядом на долгие-долгие годы, и больше мне в этой жизни ничего не надо. Я вам бажаю, чтобы ваша семья была здорова, счастлива, чтобы все были завжди поруч. Я вам Спасибо. Дуже вдячна, что Спасибо. Вы завітали. Дякую за интервью. Спасибо. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.